Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы снова отправляемся в Юникло посмотреть, что нового завезли за то время, что мы там не были. Сразу скажу, что нового не так много. Я кое-что поснимала, вот эти блузки, например, но потом пошла в примерочную, так что сегодня будет одно видео сразу и обзор, и примерки в одном видео. Итак, новые поступления – это вот эти вот блузы. Белая, оранжевая, красная такая. Я взяла ее в примерочную, поэтому там состав и цена. Потом вам расскажу все уже там в примерочной. Вот эти вот рубашки на сейле уже за $30, были 40. Очень симпатичные, белые и в полоску. Я что-то их раньше не видела, и вот они как-то сразу оказались на распродаже. Может быть, я их пропустила. А иногда так бывает, знаете, завозят в магазин позже. Помните вот эти вот сарафаны? Я примеряла оранжевый и подумала, что я не буду покупать, потому что он стоит $50, подожду распродажи. Но вот, как видите, их осталось практически очень мало. Оранжевый вообще только экстра смол, и один сарафан висит. Но они есть на веб-сайте, я проверила, еще есть много размеров. Так что я все еще жду. Вот эти платья, по-моему, новые, из новой коллекции. В цветочек, сарафанчики такие миленькие. Мне кажется, что, может быть, они и были в прошлый раз, не помню. Может, и другие. Вот синие, красные, но у них так много похожих вот этих цветных платьев, что я уже как-то их не очень различаю. Это оказалось комбинезон. Я сначала думала, что это тоже сарафан, но это такой сарафан-комбинезон. Брюки и сверху такой топ. Значит, состав его я потом посмотрела. У него есть хлопок, район и синтетика. В отличие от вот этих сарафанов, которые я примеряла в прошлый раз, там хлопок, район и лен, а в этих синтетика. Вот эти платья тоже, там смесь, тоже хлопок, район и тоже лен в таких разных составах, но, в общем, неплохой состав. Джинсовые рубашки у них представлены в очень больших разнообразных количествах. Вот это один тип, такой с воротничком, длинное такое платье-рубашка. И вот эти вот немножко отличаются, у них немножко другой воротник, они немножко другого цвета, и они покороче. Вот это именно как рубашка, не как платье, его не назовешь. Стоит он $40, она вернее. И у нее такой воротничок стойкой, что я не очень люблю, но, в принципе, можно потерпеть. Я, кстати, тоже взяла ее в примерочную, так что там рассмотрим поподробнее. Они есть в таком джинсовом цвете и в белом, таком молочном цвете. Появились джинсы дырявые. Мне кажется, у них раньше не было Юникло. Всегда джинсы были очень классические, такие без дырок, без всяких там затей. А вот сейчас появились джинсы с такими большими дырами. И вот эти вот свитера, блузы, топы, вот этой технологии 3D, то, что у них есть каждый год они, летом с коротким рукавом, зимой с длинным, появились немножко другие с таким воротничком пола. Тоже взяла в примерочную, тоже там рассмотрим. Рубашки эти, я их не очень помню, но они все-таки однотипные, очень похожие. Свитера эти появились на сейле, сейчас они по $30, по-моему, были по 40. Это из зимней коллекции, так что, в общем, это не новинки, поэтому брать в примерочную не стала. Ну и все, давайте в примерочную, вперед. Девушки дорогие, добралась я до примерочной. Вы видели, я снимала в магазине. Все практически, что есть новое, я вам показала. И кое-что принесла в примерочную. Вот эта блузка, вот эта вот вязаная такая поло, джинсовая, как будто бы такая рубаха, которую я хочу использовать как верхнюю одежду. Две пары джинсов, белые и вот такие вот светло-голубые с дырками. Но они сейчас на сейле, кстати, они стоят $40, я вам их снимала, там есть за полную цену, за 50, а эти 40. Вот белые вообще мне интересно очень примерить. Здесь у меня еще брюки, но, в общем, я вам потом все покажу. Давайте будем примерять без промедления. Так, сначала я решила померить белые джинсы, которые мне чуть маловаты. Вот эти вот чуть на размер больше. Вот этих не было на размер больше. Были вот этот, сам был большой размер. Я вам сейчас потом скажу, какой. Это 28 на 32. 28 это ширина и 32 это длина. По длине они довольно неплохие. Могли быть немножко короче. А вот эти джинсы я взяла 29-32 тоже. Они, по-моему, все 32.
И мне кажется, что, короче, нет. Но, в принципе, длина нормальная. Хотя я хотела чуть-чуть покороче быть. Потому что, в принципе, я сейчас на каблуке. Если я каблук сниму, то они мне будут длинноваты. Ну вот, жмут они мне в талии, немножко так узкие в пузе. Поэтому я вот вам показываю с верхней джинсовой такой рубашкой. И мне нравится вот это сочетание белый джинс и синий джинс. Они довольно плотные такие, знаете, да, плотные джинсы, у них нету никакого стретча, нету ничего. Это такие хорошие плотные джинсы. А рубашка сделана из довольно тонкой джинсовки, поэтому она такая довольно легкая. Ну, вот мне кажется, что ее вот так и нужно носить, как верхнюю какую-то, как верхнюю такую блузу. Внизу у меня белая, это моя майка, в которой я пришла, моя футболка, ну, такая алкоголичка майка. Видите, живот у меня перевешивается в них. Я вам хочу вот что сказать. Я знаю, что вся джинса очень сильно растягивается. То есть вот то, что они мне маловаты, может быть, как для джинсовой вещи, это не страшно, потому что, в принципе, джинсовые вещи очень-очень-очень растягиваются. Ой, да те же вот тяну, чтобы не так, а то я же прям такая некрасивая стою, пузатая. А джинсовые вещи растягиваются, если это джинса вот настоящие, не лайкра, не стрейч, ничего, а именно вот джинса-джинса. Вот они джинса-джинса. Вот эти вот джинсы, они тоже, по-моему, джинсовые. Ну, я посмотрю на них, что у них за состав, но мне кажется, что в них нету никакой лайкры. А так они, в принципе, очень хорошие. Мне нравятся они тем, что они не узкие, не низкие, они довольно таки клёшные. Ну, конечно, их надо носить с чем-то сверху, мне, или больше размер. Вот я сейчас померю эти джинсы, они больше на один размер, и я посмотрю, какая между ними разница, потому что мне кажется, что они должны быть одинаковыми. Вот, но вот, в принципе, джинсы неплохие, очень неплохие, они сейчас на сейле за $40, то есть на продаже. Давайте я поснимаю себе полный рост. Я на самом деле снимаю себя в полный рост, я себя вам показываю в полный рост, и заодно потом из этих видео делаю на аватарку. Нет, не на аватарку, а на превьюшку я делаю скриншоты, чтобы у меня было вот что поставить. Вот видите, это размер 28x32, и я проверила, они сделаны из 100% хлопка, то есть у них нету никакого стрейча, никакой лайкры, ничего. $40 раньше стоят, были 50. А это в сантиметрах. Видите, 71 на 81,5. Длины. Вот. Вот такие вот джинсы. Эти джинсы на размер больше. И, конечно, я себя в них чувствую намного лучше. Они мне здесь не жмет, пузо не вываливается. Значит, рванина такая сильная в них. Слишком сильная. Я люблю рваные джинсы. Я ношу, но не такие. Это немножко для меня много, такая более молодежная фасончик, я бы сказала. Слишком уж много дырок, слишком уж они большие. Там в зале, кстати, были, которые не насыли сейчас, они были, у них было немножко меньше дырок, в следующий раз я их обязательно померю. Но, в принципе, я ношу дырки. Я знаю, что есть такая, как бы, это, что в нашем возрасте, после 50, вообще дырявые джинсы носить это не камильфо, и это не красиво. Я не считаю, что это не красиво, не камильфо. Я считаю, что кому нравится, если нравится, то можно носить, если не нравится, то не нужно носить. Но, конечно, не такие большие дыры. Вернее, как, у меня есть джинсы вот с такими вот с огромными, у меня есть с огромными просто дырами. С тех времен, когда я была моложе. Я их иногда надеваю. Но покупать сейчас вот с такими вот дырищами огромными я бы не стала себе. Поэтому вот. Но опять же, кому что нравится и кому что как есть. Не такие уж они страшные, эти дырки. В принципе, знаете, что некрасиво? Некрасиво, когда это скини джинсы узкие и с дырками. И тогда вот здесь вот, как бы, когда вот эти вот дырки перетягивают, ткань вот эта вот полосочки, перетягивает ногу, кожу, когда это скини джинсы, они так сильно облегают, и получается вот такая вот сарделька, да? А если это джинсы вот такие вот широкие, которые, в принципе, не стягивают ногу, то, в принципе, ничего страшного. Ну, могли быть поменьше, конечно, дыры, но какие есть. Так,
композиция в полный рост. И, кстати, с этой с джинсовой рубашкой мне нравится. Это получается то, что джинс разного цвета. Это получается светлый джинс и синий. Вот мне нравится Total Jeans, когда он когда разного цвета джинса. Мне кажется, это красиво. Интересно. Ну, это модно. Во всяком случае, модно и фэшн сейчас, и все. Но мне, кстати, нравится. Не только потому, что модно, а потому что мне серьезно это нравится. Вот такой вот разного тона джинсов. Так, я вам сейчас решила ее снять. Видите, у нее вот этот вот такой стойкий воротник, но это ничего. Как для верхней такой блузы, мне кажется, это неплохо. Стоит она $40. Примеряла я размер medium. И это 100% хлопок, конечно же. Есть у нее вот такой один карман. Хорошо она сделана, хорошо сшита, очень симпатично. Так, это новая коллекция. Я вам показывала в зале, что есть такие белые, синие, по-моему. Это размер extra small. Значит, я взяла extra small, потому что был extra small и large. Large огромный, это extra small, он тоже не маленький. То есть вот оно мне вот прям так абсолютно нормально, свободно. Размер extra small, нигде не жмет, не давит. Очень просторненькая такая блузочка, она сзади немножко длиннее, как на беременных будет очень хорошо. Вот девочки, кто планирует прибавление в семействе, вам такая вещь очень пригодится. Но не только. Я хочу сказать, что я люблю такие вещи на лето, они свободные, они просторные. Она, по-моему, немножко светится. Может и нет. Потому что у меня там моя футболка внизу надета, моя майка, поэтому не видно. Но, в принципе, немножко такая она, может быть, видите, такая просвечивающаяся. Ну, в принципе, нет. Тоненькая ткань. Мне интересно посмотреть, что у нее за состав. Ну, сейчас я сниму, я вам покажу. Мне кажется, на лето очень классно. Может быть, не с этими джинсами. Может быть, надо что-то здесь поуже. Потому что вот когда джинсы такие широкие и вот такая широкая блуза, то это как-то очень объемно получается все. А в принципе, вот с какими-нибудь брючками. У меня тут есть, кстати, брюки, которые я, может быть, с ней сейчас примерю. Потому что они такие поуже немножко, и мы посмотрим, как это выглядит. Но, в принципе, симпатичная вещь. Сейчас посмотрим потом состав и сколько она стоит. Я, честно говоря, не помню. Так, ну вот так это выглядит. Опять же, повторюсь, что это не самое, наверное, лучшее сочетание. Я так стану бочком, чтобы уже не выглядеть такой тушей, бочкой. И видите, какая разница? Вот. Девочки, курс по фотографированию, себя снимать нужно вот так, под 45 градусов. Я это знаю, я раньше это делала, сейчас я это не делаю, потому что я вам показываю, как есть. Ну, что мне придуриваться? Вы же знаете, что я дама не экстра смол размера, хотя вот кофточка на мне экстра смол. Ну, вот видите, как стоишь, так раз, раз, и совсем другая фигура, совсем другие объемы, совсем другой вес. Так раз, и минус 10 кило. Учитесь. Так, ну вот эти джинсы, видите, они 29 на 32, те были 28, по-моему, да? $40 они стоят, стоили 50. И тоже 100% хлопок, конечно, никакого в них нету стрейча, вот такие вот огромные дырыщи. Ну, вот такие вот джинсы. Цвет, кстати, неплохой, цвет приятный. И очень, у них довольно высокая посадка, прям высокая посадка. Так, я вам хочу показать эту блузу. Я хотела примерить с брюками, которые сейчас на мне, но посмотрела, что это тоже некрасиво, так что не буду. Ага, она стоит $40. Размер был extra small, как вы видите. И это тоже 100% хлопок, что очень хорошо. И вот такая вот она. Такая немаленькая размера extra small, довольно большая. Но я вам хочу сказать, что вот этот вот фасон... Он нужен либо, если очень худенькая девочка, либо скини джинсы какие-то, либо какие-то типа ритузы, типа тайцы, знаете, вот скини, может быть, белые джинсы будет неплохо, а вот с широкими джинсами не очень. И с теми брюками, в которых я сейчас стою, это тоже не очень. Сейчас я вам покажу. Принесла я вот такие брючки, значит, я сначала их вот вам так показать, чтобы примеряю со своей футболкой. Я пытаюсь переждать шум. Это какой-то Юникло, вы знаете, я всегда снимаю Юникло. Здесь какой-то просто дикий ор. Просто дикий ор стоит всегда. Какой-то пипец, извиняюсь. Просто нет сил никаких. Я стою тут, пытаюсь перекричать всех, но это
душа горит. Так, брюки, девочки, смотрите. Они сделаны так, у них сзади сделана резинка. Спереди вот такие вот две защипы, вот такие вот карманы. И внизу у них тоже резинка. Это не очень хорошо сейчас лежит на моих ботинках. Но если вы представите, как это выглядит без ботинок, то вы поймете, что это будет выглядеть довольно неплохо. То есть они где-то будут лежать. Сейчас я вам покажу. Я сняла свои ботинки. И посмотрите, видите, как это выглядит без ботинок. Вот такой вот они, значит, длины. По-моему, неплохо. Мне кажется, что неплохо. У меня нет никаких носок с собой. Я не хочу становиться босыми ногами на этот холл. Вы меня понимаете, почему, да? Примерочных лучше босиком не топтаться. Короче, вот такие вот брючата. Симпатичные. Мне прямо они понравились. Они из такого цвета, есть черные, по-моему, синие. Немножко, ну, вот это вот, я не знаю, шаровары, если всем нравится, если все это любят, мне нравится. Мне кажется, это неплохо выглядит. Они такая синтетика, по-моему, синтетические, но неплохо так выглядит. Так, вот это топ из новых, тоже такой поло, вязаный. Ну, вы знаете, это этих вот 3D вот эти вязаные вещи, которые они делают каждый год. Они делают их зимой и летом. Летом с коротким рукавом, зимой с длинным, но она неплохая. Тоже есть несколько цветов. Горчичный, по-моему, бежевый, синий тоже. И вот такой вот у него воротничок в этом году они сделали поло, в отличие от предыдущих лет. Здесь у нее, видите, как-то она так вывязана по кругу. Размер ларч я взяла и не ошиблась. Они довольно такие маленькие. Сейчас я ее вытащу и покажу, какой она длины. Вот с этими брюками, опять же, когда она полностью наружу выпущена, то это некрасиво. Потому что брюки такие с защипами, да, а она такая длинная и немножко в облегун. Несмотря на то, что это ларч. Они довольно узкие, эти кофты. Но вот мне нравится этот горчичный цвет, симпатичный. С этими брюками тоже вполне себе неплохо. Вот так. Смотрите, вот такой на длины. Это ларч. Видите, он меня очень облегает в попе. Вот здесь прямо очень. Ну, не то, что очень облегает, но довольно облегает. Мне даже кажется, что она как-то немножко внизу такая зауженная. А у нее, видите, как-то сделано вот здесь как-то она отрезана. Ну, я сниму, лучше покажу на вешалке, чем на мне. Это не очень хорошо видно. Но вот вы видите, какая она. Это размер ларч. Вот так. Вот это экстра смол. А это ларч, чтобы вы понимали. Так, значит, стоит она тоже $40. Это был размер ларч, как вы видите. Вот это, видите, 3D вязка, 3D вот, то, что они делают каждый год. И состав у нее 58% акрил, 26 лайсел и 16 лен. Вот такая вот она. И вот видите, как она сделана, вот эта вот вязка, какими-то вот такими вот узорами. И внизу она как будто бы немножко заужается. Тут какие-то типа выточки на ней. Ну, в общем, цвет приятный, горчичный такой, темно-горчичный. Брюки стоят $40, размер medium был мне хорош. Это 100% полиэстер, конечно, ну так он и выглядит, видите? Что-то в этом есть. Не всегда же хлопок, иногда синтетику можно и надеть. Вот так сзади сделана резинка, два карманчика, защипы и карман. Очень приятные брюки. Неплохие. И вот единственное платье на сегодня. Не платьев, не юбок. У меня я сегодня по брюкам пошла, по джинсам. Но юбки висят, которые я вам уже их показывала. Я, по-моему, их уже примеряла. Поэтому я не стала брать примерочные никаких юбок. А вот принесла вот это платье. Оно было единственное одно в магазине. И мне кажется, я видела его на веб-сайте. Они есть такого цвета и есть синие, кажется мне. Ничего, такое платьице. Очень приятное. Значит, сверху, я уже посмотрела, сверху вот это хлопок, а здесь... Наполовину хлопок, наполовину синтетика какая-то. Ну, я потом этикетку сниму. Вот такой вот длины, симпатичное платье с этими, с карманами. Очень такое приятное, хорошо смотрится. $40 оно стоит. Я не знаю, может быть, на него сейчас... Я спрошу, если у него есть какой-то сейл, потому что их больше нет. Но одно единственное.
За 40 вряд ли, за 30 я бы, может, и купила, не знаю. Мне не нужно, мне просто не нужно, у меня просто очень много одежды. Если бы не было, я бы подумала, а так у меня есть что носить. А в принципе, вот оно такое, знаете, не жмет, не давит, но при этом такое симпатично выглядит вполне. И карманы, что я всегда очень люблю. Так, показываю вам в полный рост. Вот такое вот платье, оно такого защитного, коричнево-защитного цвета, очень приятное, приятное платье. Сейчас покажу новый состав. Так, размер медиум, 39,90. Видите, верхняя часть 100% хлопок, вот эта вот, а вот эта вот плащевка, как будто бы, да, она сделана из 65 полиэстер и 35 хлопок. Ну, в общем, не так уж и плохо. Вот такое милое, приятное платьишко. Все, дорогие друзья, такой у нас сегодня был обзор магазина Uniqlo. Такие у нас были сегодня примерки. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. Я очень буду вам благодарна, если вы поставите лайк и напишите мне комментарий, что вам понравилось, что нет. На этом все. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, байки.